Компьютерный спорт многие для себя ставят на первый план, оттесняя обычные виды спорта. В компьютерном спорте, как и в футболе, есть свои звезды, свои поклонники, которые пытаются перенять как стиль игры, так и технические составляющие. Если в футболе мы всегда мечтали играть в бутсах от своих кумиров, то в киберспорте фанаты приобретают лучшие мышки, лучшие клавиатуры и самые качественные наушники, чтобы максимально приблизиться к профессиональному игроку. В современном Counter-Strike мы привыкли видеть, как топовые игроки показывают невероятный уровень стрельбы, быстрое передвижение, моментальное реагирование на малейший шум на определенных участках карты. Но вот за счет чего становятся лучшими? Каждый начинающий игрок для себя делает выбор, на чем он будет играть, какую мышку он будет использовать, на какой клавиатуре и на каком коврике он сможет достичь своих побед. Сегодня мы попытаемся поговорить о том, как правильно выбрать клавиатуру, действительно ли она имеет большое значение в игре. Ну а в этом вопросе нам поможет игрок команды Kirchnet Роман Полтавченко. Наш пилю на клавиатуре SteelSeries 7G, у них лучше отклик быстрее, то есть быстрее реагируют клавиши на нажатие. Вот, если брать во внимание характеристики всех клав, как они влияют. На самом деле клавиатура влияет точно же довольно-таки много. И по большему счету она влияет на твои движения в игре. Итак, мы узнали, что очень важный момент имеет вид клавиатуры. Как говорит Рома, она должна быть механической для более быстрого отклика кнопок. А вот про передвижение хотелось бы услышать поподробнее. Полностью влияет на ваше передвижение вообще на карте, на удобство его передвижений и, соответственно, на вашу игру. То есть движение — это очень большая часть игры человека в целом, это индивидуальный скилл, очень огромный, вот, и собственно говоря, на это очень влияет клава. Качественным примером можно взять какую-нибудь ситуацию на том же Дейтрейне, то бишь на обычной клавиатуре чуть тяжелее делать дак, чем на той же 7G, потому что счет отклика и удобства нажиманий, можно тихо выйти там из дика, я не знаю, влияет еще также, допустим, на прыжки какие-то, на вообще на движение в целом. Это очень контроль клавиш больше гораздо, чем на обычной клаве. За счет того, что у нее отличный отклик и удобно нажимаются. Они очень мягкие. Но дело ведь не только в механике, так как высота кнопок на клавиатуре тоже имеет очень большое значение. Сравнивая клавиатуры, допустим, 7G или Коза, Razer или Коза есть у серии 7G, у них совершенно разная выпуклость кнопок. На одной они абсолютно прилегают к дну, на другой они очень выпуклые. Лично мое мнение, выпуклые лучше, поскольку чувствуется больше нажатие кнопки, чувствуется ее клик. Больше, от этого, соответственно, легче управлять, например, лично мне. Но это, допустим, поддерживают очень многие игроки, почему и клавиатура SteelSeries больше популярна, чем клавиатура Razer. Для своего удобства. Итак, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с основными признаками выбора клавиатуры. Узнали, что клавиатура имеет большое значение в игре. Она, как никакой другой девайс, отвечает за ваше передвижение по карте, и в некоторых ситуациях без качественного девайса вам не достичь заветных побед. У нас продолжает действовать акция «Совместная закупка», по которой вы сможете выбрать себе любую клавиатуру по цене, которая обязательно вас устроит, и вы сможете полностью ощутить удовольствие от игры.